Жаркий летний день требует освежающих напитков. Они выглядят довольно аппетитно. И они такие красочные. Выпьем за веселый день. Эти девушки даже не догадываются, что к ним стремительно приближается красно-синий челлендж. Куда это исчез ресторанчик? И у нас изменилась одежда. Добро пожаловать на красно-синий челлендж. Ладно, Джулия, ты первая. Ух ты! Я еще никогда не видела синюю картошку фри. Думаете, она съедобная? А это что? Синий соус? Интересно, какой он на вкус. Можно я его возьму? А теперь смотри внимательно. Раз, два, три. Как ты это сделала? А? Соус! Ты должна мне рассказать, как ты это сделала. На этот раз смотри внимательно. Пока ты во все глаза смотрела на Клэр, в процесс незаметно вмешалась Оливия. И как следует заправила картошку соусом. Итак, я здесь закончила. Нет ничего лучше капельки магии. Давай уже пробовать. Ну, здравствуй, соленая радость. Голубой соус очень вкусный. Не возражаешь, если я открою свою тарелку? Бум! Редиска. Как скучно. Мне что, ее есть? Я бы предпочла картошку фри. Но я такая голодная. Я бы сказала, что она никакая. И при этом ужасная на вкус. Прямая противоположность картошки фри. Съесть что ли еще одну? Эти редиски такие твердые. И посмотри, какие они белые внутри. Да, пожалуй, это очень интересно. Но меня скорее волнует, как уместить в рот побольше картошки. Я просто не могу остановиться. Не оставлю ни крупинки соли. Ты там в порядке, Клэр? Я? Просто запасаюсь витаминами на зиму. Извини, но ты мне кое-кого напомнила. Окей, следующий раунд. Семечки. И у меня, только с кожурой. Такие малюсенькие. Так и просятся в рот. Мои тоже маленькие. Но сначала их надо очистить. Еще и еще. Оу, что это в меня прилетело? Очистить и снова очистить. Это несложно. Что происходит? Я вся в шелухе. Ник, перестань, а? Оу, извини. Я тут вообще-то тоже есть пытаюсь. Возьми пакет. Спасибо, отличная идея. Надо повесить его на уши. И сделать дырку для рта, чтобы есть семечки. Съел одну штучку, выплюнул шелуху. Вау, Ник, что это? Ты же сказала взять пакет? Ну, можно и так, наверное. Посмотрим, что будет дальше. Ого! Интересно, как эта штука работает. Please, punk. Who you work for? Эй, а что делает эта маленькая кнопочка? Это какая-то светящаяся сладость. Ого, мой собственный световой меч. Ханна, нет! Этот световой меч чуть не отсек Джули нос. Но Ханне, похоже, очень нравится. Пожалуйста, давай уже остановимся, пока все живы. Внутри должно быть что-то сладкое. Ага! Похоже на натуральный сок. А на вкус...
такой концентрированный, что у меня просто волосы встали дыбом. Уф. Ну ладно, не будем терять время. Набрызгаю его прямо в рот. Ханна, ты бы так не увлекалась. У тебя язык сейчас отвалится. Да уж, это реально мощно. Ну что, теперь моя очередь. Ожерелье из мини-конфеток Нёрдс? Но сможет ли Джули съесть все это? Пожалуй, стоит попробовать. Сначала они немного кислые. Честно говоря, довольно странный вкус. Только взгляните на Джули. Ох уж эти эксперименты с едой. Это выражение лица нам уже никогда не забыть. Но почему бы не пойти еще дальше? Давай нанесем на эти конфетки немного сока. Ну как? О боже! Просто нереально кисло! Я уже практически не чувствую вкуса. Бедный мой язык! Это тебе. И бум! Свекла? Она выглядит как-то неаппетитно. Здесь даже волоски растут. Никогда раньше не ела свеклу вот так. Думаешь, она вкусная? Но она хотя бы фиолетовая. И пахнет не так и плохо. Смотри, она покрасила мне палец. А вот с этим я уже знаю, что делать. Минуточку. Джулия, что ты там делаешь? Странно. Тебе нравится? Мне так идет этот оттенок, да? А можно я попробую? Пожалуйста. Джули, какая ты жадная. Не волнуйся, это тебе. Открывай. Пончики с розовой глазурью и голубой посыпкой. Я в деле. Не терпится скорее их попробовать. Этот пончик просто шедевр. Попробуем. Да, это не свекла, но губы все равно получаются красивыми. Они так сверкают, а на вкус как сахар. Надувайте губки, девочки, время для селфи. Розовый и фиолетовый отлично смотрятся вместе. Не против, если я буду первой? И что мне с этим делать? Выглядит немного грустно. Не расстраивайся так. Вот, налетай. Фиолетовое объедение. Джули, ты осилишь всю порцию? Попробуй. Наверняка это вкусно. На вкус как свежие ягоды. Зачем тратить время на ложку? Ого, какое холодное. Но это совсем не портит вкус. О нет, я своего рта не чувствую. Остался последний шарик. Осторожнее, не подавись. Вырезай в рот, вкуснятина. Ну что, все под впечатлением? Да, это было невероятное зрелище. Мне же не нужно будет делать что-то подобное, да? Надеюсь, ты готова вот к этому. Спасибо. И начнем вечеринку. Да, это совсем не мороженое. Зато тоже холодное. И сырое. Пахнет странно. Оно может и розовое, но есть его мне совсем не хочется. Отличное решение, Ханна. Нам не нужны проблемы со здоровьем. Готовка – это серьезно. Вот теперь другое дело. Ужас! Пожалуй, попробую. Внутри такое розовое и аппетитное. Джули, держи себя в руках. Что может быть вкуснее мяса на гриле? Нет, это мое.